А я все так же продолжаю тебя ждать. Где? На игровом канале Max Soulmate. Заходи, подписывайся, смотри, получай удовольствие. Ссылка будет в описании. Стримы каждый день. Всем привет. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Вот-вот он уже наступит. И для хорошего настроения решила послушать. Давно уже не слушала. Корон Сергеевич для нас сделал очередной... для меня сделал очередное мучение, то есть я буду отгадывать треки. И вот специально для нас, для видного, и это все случилось. И сейчас в очередной раз я это сделаю. Ну, для тех, кто не знает, я периодически слушаю музыку, пытаюсь ее угадать. Ну, последний раз, по-моему, было удачно, я много чего угадала, но давно не слушала, и каждый раз боюсь, вот каждый раз. Ну, давайте, 9-й выпуск. Большое вступление. Это, наверное, или Big Baby Tape, но, скорее всего, нет. Или какой-нибудь Джизус, наверное. Моргенштерн. Не могу узнавать Моргенштерна, вы писайте. Ой, это что-то... Что-то знакомое прям. А, это этот, Хаттерс и... О, угадала. Это Гуф. Гуфа я всегда узнаю. Так же, как и Макс Коржа. Итак, двое. Дядя всадит в кого-нибудь пару пули, даже не сядет. Это в порядке, его никогда не закроют. Детка, ты же меня знаешь. И постоянно... И это LG. Аделак даже с закрытыми глазами. LG я тоже как-то так уже это... Хотя давно не слушала, но как-то он это... Уже... на слуху. Звезда за горизонт. И это этот самый Макс Корж. Что-то как-то мне сегодня фартит. Уже сколько? Четыре я угадал, по-моему. Вроде бы собрал, но покаялся прям след. Это вроде бы... Это дедлайн, я потратил. И это любимка, даже узнаю, кто это, не Лето. Между нами контра. Хорошая песенка. Ты вампир, я Блейд 2, первым он без ствола. Вылетит и враг. Это Нурминский. Потушу, 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 и дать пожар внутри. Давали, падали, падали, падали. Ну, с честным, да? Ну, неважно. Молчи, когда бухой сосед на свою тёлку кричит. Это, наверное, какой-нибудь Друматикс или как? Или какая-то... Нет? Чё так ты делаешь? А, кис-кис. Почему-то я подумала, что это должно быть что-то оттуда. Звери сбиты на трассе. Плоско шутят о вечной жизни. Это чё, Перкинес? Нет, нет, это кто-то другой. Ну кто, я забыл? А, Тейл. Чё-то прям совсем недавно было. Ну вот, вторая часть сложнее. Не знаю, даже вообще предположений нет. Ой, что-то не узнаваем. Ты очень хорошо в этих шортах. Детка, видишь, я больной, нужен доктор. Потому что я такой. Это Егор Крид. И думаю о тебе. Я думаю точно, да. Ездишь по ушам, это шоп. Знаешь, самое. По-любому те скиндаль, едиными летели мы векторами. Век помнят, и перегорели коннекторы. Что-то кто-то свой, блин. Адептов, а не тех, кто забыл. Недавно слушала. Кто это? А, Друматикс. Ну, вот так вот, собственно. Точно, как-то я ее не узнал. Это Перкинес. Так, по-моему, 8, если я не ошибаюсь. Отвезите меня на техно или тектоник, тем, кто никогда не поймут, кто... Может, морковь? Нет, тем более нет дела до них, ведь дело тупо... Ой, я только хотела сказать, на ТЛСП похоже, но, в общем, не успела. Это что, Мияги, что ли, раз Энди Панда был? Как зима, я тебя
Ой, господи, кто это поцеловал-то? А, это. Кто это? Джизус. Как найти нам здесь? О, ну что-то как-то неудачная фраза была, вообще непонятно. Помнишь тот фестиваль? Я заблевал твои берцы. Группа Луна отжигает. Что-то я не помню. Анакондас? Сердце. Не помню. Она купит мне воды, потому что... Ну это точно Бэби Тейп. Да? Не, никого не слушай. Ты слишком много смотришь телевизор. Ты пеном суси зубный гора килосис. Не ищи. Ну они все одинаковые. Давно Кизару не слушал. Я не остался в стороне, когда в стране моей пиздец. Это безденежье, бардак, я не... Оксимирон? Это, знаете, больше похоже не на Оксимирона, а на сатира. А, вот, потому что я подумала, что что-то тут не то. Здравый смысл против, мои братья тоже. Но душа-то хочет, может быть, даже очень. Может, это лизер? Брови, есть сомнения, доля. Бой самим собою, детка, не уйдет. Яникс? Дорога свобода. Ну, мне надо 10-го-то угадать, ну, ёпрасы. Чтобы я вот так ушел. Ой, а, это я ж недавно Сабатона слушала. Батона-сабатона, да? Который этот самый его пародия. Ну, неважно. Ну, будем считать, что последним не зачтем все-таки. Я угадала, да, что это было... Что, ну, в общем, 10, сколько их там было, наверное, штук 20. А, в общем-то, считай, половину я точно угадала. Я молодец, я прям расту в собственных глазах и, надеюсь, в ваших. Вот. Ну, бывало раньше сложнее. Сейчас как-то все-таки уже понимаешь, узнаешь. Кстати, ЛСП тоже редко узнаю. Вот, то ли давно редко слушаю, как-то с ЛСП мне тоже не всегда угадываю. Вот, ну, а в целом все здорово. С праздником вас, дорогие друзья. Всем пока.